На конкурс дети читают стихи. Здравствуй. Как тебя зовут? Аниша. Сколько тебе годиков? Три. Ты нам прочитаешь стих? Да. Мы будем читать вам стих Маши Лукашкиной. Как он называется? Я так люблю зиму. Начинай. Я так люблю зиму, когда небо такое чистое-чистое, голубое-голубое, когда дышат прохожие паром, как горячие чайники, когда снег под ногами хрустит, как будто я грызу яблоко.